Мэй говорила с Трампом перед заявлением о Солсбери. Разговор состоялся за несколько часов до того, как британский премьер назвала подозреваемых в отравлении Скрипалей. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вечером 4 сентября провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря британского премьера. Отмечается, что разговор состоялся за несколько часов до того, как Мэй назвала подозреваемых в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По словам пресс-секретаря, Великобритания и ее союзники собираются объединить усилия для того, чтобы разоблачить и ликвидировать разведывательную сеть ГРУ. Действия ГРУ – это угроза для всех наших союзников, мы делимся информацией друг с другом, и теперь мы будем наращивать наши коллективные усилия, чтобы разрушить и ликвидировать их сеть, сказал пресс-секретарь. Стоит отметить, что посол США в Великобритании Вуди Джонсон заявил, что Штаты поддерживают Британию в ее позиции по делу об отравлении Скрипалей. Важное заявление премьер-министра Мэй. США и Соединенное Королевство твердо придерживаются позиции, что Россия несет ответственность за акты агрессии на британской земле, написал дипломат в Твиттер. Напомним, британская полиция утверждает, что имеет достаточно доказательств для обвинения двух российских граждан Александра Петрова и Руслана Баширова в применении нервно-паралитического вещества «Новичок» в городе Солсбери. Мэй заявила, что будет настаивать на расширении санкций против России из-за инцидентов с отравляющим веществом «Новичок» в британских Солсбери и Эймсбери. В свою очередь Москва призвала Лондон перейти от информационных манипуляций к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов в связи с выдвинутыми обвинениями в адрес двух россиян по делу Скрипалей. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmicrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.